Ни одна страна мира пока официально не признала референдум в Донбассе. Ряд государств уже озвучили свою позицию. Нелегитимным проведенный плебисцит считают страны Евросоюза, США, Япония. Россия к опросу отнеслась с уважением. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили высокую явку жителей Донбасса и выразили надежду, что реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов, насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.